Праздник в новом формате «Дом дружбы народов Чувашии» приглашает к участию в 8-м всечувашском Акатуе. В этом году он пройдет в онлайн-формате. Один из самых почитаемых национальных праздников ежегодно объединяет чуваши из всех уголков страны. Он призван напомнить о непереходящих ценностях, любви к родной земле, традициям и обычаям своего народа. Украшением этого года станут выступления народных эстрадно-фольклорных коллективов областных, городских, сельских домов культуры и национально-культурных объединений страны. Чтобы стать участником Акатуе 2020, нужно снять творческое видеопоздравление в живописном месте Малой Родины и прислать до 18 июня на адрес электронной почты, которую вы видите на экране. Также можно разместить свое видео в соцсетях под хэштегом «Вместе Перле».